Всем привет! Я нахожусь на центральном Рижском рынке. Точнее, то, что от него осталось, можно увидеть. Не все спасли. Здесь раньше стояли такие палаточки торгашей, но их убрали сразу. Торговый центр Рута, несменный торговый центр. А мы с вами пройдем чуть подальше. Мне надо сегодня попасть в рыбный павильон. Вообще, честно скажу, не люблю центральный Рижский рынок. Редко здесь бываю, но вот сегодня захотелось сюда попасть. Мы сейчас попробуем, конечно, пройти внутри, но мне что-то кажется, что он еще закрыт. Здесь вот у нас палаточки, торговые точки. Раньше на рынке только и одевались, сейчас уже как-то больше отошли. Но есть люди, которые так и одеваются. В принципе, рынок симпатичный. В некоторых местах даже ремонт еще был сделан. Первый у нас получается... Мясной павильон будет сейчас вот. Если он открыт, но мне кажется, что он должен быть 7 открыт уже. Да. Тут аж двери механические. Вот так вот. Всем зам открылась. Ух ты ж. Смотрите, какая красота. Как здесь красиво. Вот это вот мясной у нас павильон. Ничего такого, но я за мясом сегодня не иду, мне дальше. Там кафешка даже есть. Кофейница. Прикольненько. Контрольные весы есть еще. А то, как обычно бывает, кто-нибудь да, тебя обвесит. Не довесит. А вот и там ответила, отвечай. Здесь же тебя не спрашивают. Да, как вы видите, это такой экзотик, так скажем. Так, это у нас овощная часть была, фруктовая часть уже вот постепенно выкладывается. Мы с вами пойдем дальше. Да. Потому я не люблю центральный рынок. Здесь столько всего интересного прям. Ну, в принципе, вот тут все так красиво, чистенько. И вот рыбный сегодня работает, как каждый день, 7:30. Я попыталась его уже зайти в него. А, это не рыбный, это овощной. Может быть, это рыбный там дальше будет открыт уже. Хотя мне кажется, что он тоже 7:30. Ну вот так вот. А сегодня еще солнышко светит такое яркое. Так вот у нас был тут ремонт. Здесь вот паркинги. Если хочешь приехать на центральный рынок, можешь припарковаться. Это, кстати, удобные, по-моему, по субботам и воскресеньям бесплатные паркинги. Вот так вот у нас павильончики выглядят. Зебра даже есть. Чтобы прийти на ту сторону. Железнодорожный мост. Автобус Эколайнс едет в Ауце. Ауце Рига пришел из Ауце. Вот. Можно, конечно, пройтись, небольшой кружок сделать, поскольку еще павильон закрыт. Просто посмотрим панораму Риги еще на центральном рынке. Парковки для инвалидов. Вот такие у нас красивые самокаты, электросамокаты. Можно все в аренду брать, ездить. Я предпочитаю, например, больше пешком ходить, чем на чем-то ездить. Полезнее для здоровья. Там вот это такой мост интересный. Он считается как мост в никуда. Пока что. Холодно, конечно, сегодня на улице. Ноль, наверное, но заморозки были однозначно. Вот так вот у нас выглядит. Все-таки тот же павильон рыбный. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. У нас автовокзал здесь также находится. Хотели они его куда-то перенести, но я не понимаю, что... Не буду переносить. И смотрите, у нас названия улиц поменялись.
И теперь центральный рынок находится на Ласта. Ласта да я съела. Ерунда какая-то. Все улицы, которые были Маскова, например, было у нас еще Ломоносова. Москачка всегда была. Москачка и останется, просто что она теперь название поменяли ему. Кому-то заняться у нас нечем. Это самые важные проблемы. Решаем это название улиц. Он почему-то, кстати, большой центральный рынок у нас, я вам скажу. Внутри вот так вот красиво, здесь можно и покушать. Всякие разные места для еды, пельмени, блины. В принципе, красивенько, аккуратненько так. Можно еще пиво попить, вон все есть. Потихоньку просыпается центральный у нас рынок. Дождем немножко и пойдем дальше. А нет, свежий хлебушек узбекский, по-моему, есть. Ой, рыбкой пахнет. Ой-ой-ой, как рыбкой пахнет. Видите, скажу так, не любитель рыбы, но захотелось салаки. Пожарить очень вкусно. Ну, сейчас посмотрим. Уже вроде как все открылось, можно идти. Рыбку снимем тоже. Цены, конечно, разные на рыбку, как везде. Сейчас узнаем. Вот он рыбный повела. Пусть как красиво. Вот она, зачем мне пришла. Но выбор, конечно, большой. Вот и все.